Более 2000 севастопольских ребят бесплатно посетили аквапарк «Зурбаган» в преддверии Дня знаний. Праздник для детей и их родителей организовал фонд Павла Лебедева. Подобные мероприятия проводятся ежегодно в первый и последний день лета. В рамках этой программы «Счастливое детство» мы проводим очень много мероприятий и стараемся, чтобы наш аквапарк в первую очередь посетили детки из многодетных семей, из малообеспеченных семей, детки из детского дома-интерната, из приюта. Это мы считаем для себя приоритетным. А вообще мы устраиваем праздник для всех детей города-героя Севастополя. Помимо купания и отдыха в аквапарке, школьники приняли участие в конкурсах. Также маленькие севастопольцы получили подарки к 1 сентября от фонда Павла Лебедева. Мы особо хотим отметить акцию, которая посвящена нашим одаренным. У нас все дети одаренные, но это те, которые в этом году проявили себя в художественных делах, в ремеслах, в олимпиадах, многодетные семьи. Поэтому их сегодня будем поздравлять и вручать подарки. Правительство и губернатор будут поддерживать все, что делается в Севастополе, на благо наших севастопольцев и особенно детей. Этот праздник – показатель того, что и правительство, и руководство Зурбагана работают в одном направлении, на благополучие наших детей. Сами виновники праздника говорят, рады таким торжествам. Отдохнуть перед учебным годом и получить полезные подарки для них – огромное удовольствие. Мне очень нравится праздник, прикольный, смешной. Мне здесь очень понравилось. Есть такие красивые горки большие. Мне понравилось на них кататься, съезжать, купаться. Здесь вода теплая. Меня пригласил наш председатель на праздник. Ну, праздник очень понравился. Аквапарк очень хороший, горки очень хорошие. Интересно. Сотрудники фонда Павла Лебедева уверяют, в следующем году продолжат благотворительные акции для детей. Дмитрий Слезовский, Наталья Бабкевич. Программа «Наше время».